Всем привет, дорогие друзья! Хотел бы заранее извиниться за некачественное звучание в данном ролике и то, что здесь какие-то где-то огрехи в плане также, ну, то, что резко обрывается или где-то что-то не договариваю, снималось все в спешке и на плохую камеру. Что ж, приятного просмотра. У нас и акустика тоже самодельная от этого усилителя. Тут у нас это центральный канал с фазой и со своим сабвуфером, то есть полноценно можно колонку использовать. Ну а здесь у нас сейчас сетки тяжело снимаются. Тут высокочастотный и среднечастотный динамик. Вот напольная S. Так, сейчас. Вот. Тут какие-то у нас автомобильные динамики были установлены. Здесь у нас 25 ГДН. И что-то тоже от автомобильных вытяжки. Корпуса все самодельные. Все пленкой обтянуто. Ну так немножко пострадало от времени уже. Но в целом должно работать. У нас и сабвое звено на базе 35 ГДН. Самодельный тоже корпус вот такой. Все в пленочке. Самодельная решетка. Есть вот такие вот логотипы Harman Kardon якобы. Ну, все это у нас просто для красоты. Так, ну и собственно вот сам динамик у нас. Сейчас все это дело будем подключать и посмотрим, как все это работает. Все, в общем, все подключено. Сейчас продемонстрирую работу. Это у нас сейчас без сабвуфера, то есть вот сабвуфер отдельный канал, он убавлен. Сейчас чисто вот акустика. Добавляем сабвуфер. Большую сумму, там примерно 1004, все это было собрано. Играет вообще достойно. Тут вот у нас так вот телевизор. По Bluetooth есть обратная связь, то есть также вот можно прибавлять, убавлять громкость, переключать просто треки. И вот у нас перелистывается спокойно на телефоне уже. Есть тут флешки, короче. Ну, все педали, в общем, даже радио. Как-то так. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.